Что случилось? Что с ней сделал? Она мертва. Мертва, говоришь? Да. Зря я вмешался в эти дела. Если что, я вас не знаю. Не хочу опять сидеть в тюрьме. Не беспокойтесь. Короче, ты меня не знаешь. Хорошо. Уже время. Он приедет? Да, мама. Он почти подъехал. Пойду посмотрю. Все сотрудники здесь? Да, внизу. Он соскучился по мне. Пусти меня. Нигина, не торопись. Я должна пойти успокойся. К ребенку. Я не зря привел сюда своего родного сына. Мама. Мамочка. Сынок мой, сейчас иду. Сейчас. Нигина. Я сам вырос в детском доме. И знаю, каково расти без родителей. Если бы мой отец был бы жив, я бы не творил столько преступлений. А если мать была бы жива, за ошибки отшлепала бы, и я бы исправился. Поэтому я подумал обо всем и принял решение. Передо мной было два пути. Либо убежать из страны и жить на свободе, либо сдать себя в полицию. И я решился на второе. Сдать себя в руки закона. А ребенка отдать в полноценную семью. Не хочу, чтобы мой сын рос, как я. Мамочка. И стал бы беспредельным бандитом. Я отдаю его. Мама. Настоящим родителям. Thank you.
Иди ко мне. Иди, сынок. Родимый. Мамочка, мой сладкий. Твои родители тебя хорошо воспитают. Хорошо. Спасибо. Мамочка. Спасибо тебе, Шериф. Ты поступил по-мужски. Спасибо, что понял наше состояние. Мой сын дороже моей жизни. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Берегите его. Не беспокойся. Мы будем его беречь. Будь уверен. Мы будем его любить больше, чем родные. Мы для него станем настоящими родителями. Мы будем его растить в достатке. Но меня беспокоит один вопрос. Если вдруг твоя жена Лола опять появится и будет требовать от нас ребенка, тогда нам будет совсем тяжело. Что же нам делать? Мы не сможем без ребенка. Ты не беспокойся, сынок. Не надо. Лола теперь никогда в жизни не сможет потребовать ребенка. У меня достаточно доказательств для того, чтобы лишить ее материнства. Покажите видео. Пусть все посмотрят. Это тот ребенок, о котором я вам говорила. Он мой внук. Ему 2 года. А это Лола. Понятно. К сожалению, его мать. Думаете, она продаст ребенка? Продаст. Потому что она любит деньги. Если ей предложат большую сумму, она точно продаст. Поверьте. Я видела, как она разговаривала с несколькими клиентами. Мы должны успеть первыми. Нам нужно торопиться. Хорошо. У меня к вам одна просьба. Я и так буду отвечать перед законом. Но прошу, не говорите сыну, что я был плохим. Прошу. Thank you.
Иди. Не пойду. Иди же. Нет. Кому говорю? Пошла. Теперь меня посадят? Нет. Ведь я убила ее. Она до тебя была убита. Не поняла. Санджар задушил ее и положил в мешок. Я ничего не понимаю. На этой флешке все записано. Думал, что я тупой. А на самом деле он сам чокнутый. Как же он мог доверить мне такое тонкое дело? Как? Шахруху я дал копию. А оригинал у меня. Все равно меня мучает совесть. За какие-то гроши я убила ее. Сейчас мы должны думать не об этом, а на кого повесить это преступление. К счастью, это видео спасет нас. Дорогая. Брат. Наконец-то выяснилось, что вы не убийца. Слава богу, мы смогли доказать, что вы не убивали Гульчехру. Да, хоть я и избавился от трупа, но я не убивал. Моя совесть чиста. Как бы я не хотел убить ее, но я не смог. Потому что я любил ее. Если бы она сказала мне про ребенка, все было бы иначе. Ладно, брат, не грустите. Сейчас разыскивают ребенка Гульчехры, то есть вашего ребенка. Может, найдут? Надеюсь, найдут.
Но я не могу понять одного. Вы не убивали Гульчихру. Тогда кто же убийца? Подозревали ее тетю. Но она оказалась чиста. Даже на судебной медэкспертизе не смогла ничего найти. Даже Джамшида допрашивали, но не смогли найти улики. Для его подозрения, кто мог ее убить? Кто? Не знаю, у кого была месть. Если подумать, из-за богатства она не была богатой. Она никому не желала зла. У нее не было врагов. Я тоже об этом. Очень странная смерть. Из-за того, что труп был затоплен, она набухла. Самое плохое, если этот человек из тех, которого мы знаем. Хватит, молчи, не говори. Хватит. Хватит. Успокойся. Самое главное, я сейчас должен найти своего ребенка. Три месяца спустя. Где мой сын? Какой сын? Не поняла. Говори, где он. Откуда мне знать, где ваш сын? Где ребенок, которого Гульчихра оставила тебе? А кем вам приходится Гульчихра? Какая тебе разница, где ребенок? Не кричите на меня. Нет у меня ребенка, я отдала его в детский дом. В детский дом? Да, да, в детский дом. Кто тебе приказал? Гульчихра исчезла, отдав мне ребенка. Он столько месяцев жил у меня, никто не навещал его. Что мне оставалось делать? Ребенок не вещь. Я не могла его на полочке держать. Вот и отдала его в детский дом. Сдала, говоришь? Да, сдала. Сдала, значит. Сдала. Да. Я не поняла, как вы попали в мой дом? Убирайтесь отсюда. Не то вызову полицию. Пожалуйста, уходите. Понятно. В какой детский дом ты сдала? Скажи. В детский дом номер один. Значит, в первый? Да. Понял. А теперь уходите. Понятно. Нам нужно с вами поговорить. Слушаю вас. Вы являетесь основным подозреваемым в гибели Гульчихры Батыровой. И все улики против вас. Джамшид. Почему вы подозреваете меня? Я ее не убивал. Еще раз повторяю, у нас достаточно улик. В отделе поговорим. Не заставляйте нас применять силу. Увидите. Подождите. Не торопитесь. Он не виноват. Почему вы забираете меня? Не уводите его. Я не совершал убийство. Отпустите меня. Хватит. Не трогайте Уберите его. Руки. Нет. Он не убивал. Я не убивал. Нет. Все. Хватит. Убери руки. Хорошо. Я не убивал. Ее
убила она. Что ты несешь? Я сам видел, нет, как она убивала. Нет, нет, я не убивала. Убери руки. Я не виновата. Я сам видел, как она топила ее в ванной и душила подушкой. И выкинула улики. Я не виновата. Я не убивал. Успокойтесь. И с вами поговорим. Идемте с нами. Подождите. Нет, я не виновата. Постойте. Дайте мне 2 минуты. Зачем? Можно? Я 2 минуты поговорю со своей женой. У меня к тебе разговор. Пожалуйста. Я не сбегу. Ведь я на 5-м этаже. Зачем мне бежать? Сбежать вы точно не сможете. Только 2 минуты. Понял. Идем. Идем. Поговорим. Сейчас. Минутку. Жена. Пожалуйста, не предавай меня. Возьми всю вину на себя. Ведь действительно ты убила ее. Правильно. Не предавай. Но я по твоему приказу убила ее. Пойми же, за это убийство я могу сесть надолго. А ты женщина. А женщинам в нашем законе идут на уступки и дают недолгий срок. Немного посидишь, и я вытащу тебя оттуда. В милиции ты скажешь, что она напала на тебя. В ванной. И ты, защищаясь, нечаянно толкнула ее. Она сама упала и умерла. Вот так и скажешь. Тогда тебе дадут маленький срок. Маленький. Что ты говоришь? Это не было случайностью. Я убила ее по твоему приказу, чтобы заполучить ее деньги. Тише. Тише. Тебя могут услышать. Ты им скажи, что я сейчас тебя научил. И все. Значит, ты хочешь засадить меня в тюрьму, а сам разгуливать на свободе? Женушка, ведь должен же кто-то остаться здесь и присмотреть за детьми. Уже несколько лет я терплю тебя ради детей. А теперь я должна из-за тебя сесть в тюрьму? Женщина должна быть готова на все ради мужа. Хорошо. Зови их. Значит, ты согласна? Зови. Хорошо. Хорошо. Акеллер. Идите, заходите. Моя жена хочет вам во всем признаться. Слушаю вас. Я убила Гульчихру по приказу моего мужа Джамшида, чтобы заполучить ее деньги. Муж лично помогал мне. Я бы одна не справилась. Он тоже виноват. Что ты несешь? Нет, она врет. Подумай, прежде чем говорить. Ты же сама убила ее. Теперь на меня вешаешь. Нет. Я не вру. Я знала, что ты так поступишь со мной. И приняла нужные меры. Не верьте ей. Она врет. Стерва. Она мстит мне, сучка. У тебя нет никаких
доказательств против меня. Нет. Я все понял. Я согласен. Тогда распишитесь. Вот ручка. Кстати, как дела у Шахруха? Слышал, что в Турции у него были проблемы. Да. Проблемы были. Мы вернули его из Турции, но для этого нам пришлось соврать ради его же блага. Говоря короче, мы соврали, что она вышла. Замуж за другого человека. Понятно. На самом деле она не замужем. Но пришлось ему соврать. Только он не должен знать. Не должен. Брат, я должен увидеть Азлем. Я еще раз тебе говорю, Азлем теперь нет. Она вышла замуж за Сердара. Неужели ты мне не веришь? Что ты крутишься возле моего дома? Я пришел не к тебе в гости. Я должен увидеть Азлем. Ты никого не увидишь. Я женился на Азлем. Понял?